Поздравляю військовослужбовця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Соболєв, Артем Плотніков, Роман Лупашко. Вітаю вас, панове, в нашій студії. По-перше, зі святом, звичайно, яке відзначається сьогодні. І вітаю вас в нашій студії. Дякую за те, що відгукнулися на запрошення і прийшли сьогодні поспілкуватися зі мною, і з нашими глядачами. Коротке запитання відразу до всіх. Ваш шлях в цю професію. Чому саме ця професія була обрана? Будь ласка, Артем. Ізначально, коли служив на срочній службі, не рассчитував на це. А після того, як закінчив срочну службу, рішив спробувати себе все-таки в десантних військах, так як служив на срочной службе в этих войсках. Ну и плюс того, что карьерный рост, понравилось работать с оружием, с людьми. Ну, для этого так и пошла моя профессия. Пожалуйста. Я родом с-под границы с Молдавией, Одесская область. И пограничники, я их с самого детства видел. Ну и с самого детства мне вот это нравилось. Плюс занятия стрельбой, охота. Ну, где можно еще пострелять в удовольствие, попрыгать, позаниматься спортом. Потому так и связал свою профессию. Дякую, Юрий. Ну, мне вообще отец служил когда-то. До старшего прапорщика от солдата дослужился. Ну, мне тоже нравится и служба, и прыжки. Все устраивает. У вас семейная справа, так? Ну, можно и как бы так сказать. Сучасний військовослужбовець, який він, якими якостями має в першу чергу володіти? Бездоганно знати свою зброю, тактику роботи з підрозділенням, в составі взводу, відділення, батальйону. Тобто для цього ми виїжджаємо на всякі широкомасштабні учення, підготовку личного составу. Тобто зараз йде как бы контрактна армія, вона прогнозує все. Тобто чоловік, навіть якщо будучи водителем БТР, він працює і зі снайперськими винтовками, і з гранатометами, і з пулеметами. Тобто немає такого, що от один чоловік займається чимось одним. Тобто армія професіональна, контрактник должен повышать свої професіональні навички, і цим займаємося ми в армії. Ви відчули, що за останні два роки, на жаль, таких трагічних подій, ставлення суспільства змінилося до військовослужбовців? Якщо б не ті люди, які б підтримували нас в фінансовому плані, це ті ж волонтери, то, може бути, ми б ще б десь стояли б там в краю. А так як волонтери нас підтримували, обезпечували більшість всім, спасибо їм за це. Видно, коли люди відносяться до цього с уважением к нам, ну, сразу меняется. Вы все были так в зоне АТО? А в каких местах, так. Скажите, пожалуйста? Ну, я находился, первая часть была у меня в Донецком аэропорту. Вот. Ну, а потом, где-то через полгода уже село Водяное под Донецким аэропортом. Вы, Роман? Солнцево. И потом поехали вдоль границы с Россией, Дьяково. Это была у нас первая компания. Мы там надолго задержались, вырывались. Высота «Гранит», командир высоты известный, герой Украины Касперка, подполковник Кривоносов. В дальнейшем Краматорск, рейд по уже захваченных территориях противникам, аэропорт. Ну и уже дальше, получается, Мариуполь, Бески, такое все. Юрий. Ну, я с Романом, то есть мы давно служим в этой армии. Еще как выехали по первой тревоге, когда произошла аннексия Крыма, выехали, стали на границу с Крымом, чтобы российский враг дальше не прошел. Потом мы пошли на освобождение Славянска, пригородов Славянска, потихоньку пробивались. Поступила задача, пошли работать дальше. Так добрались уже с Урмогилы, Дьяково, Изваленский котел. Пробыли там много, держали рубеж границы. Враг интенсивно бил с той стороны, с Российской Федерации. Потом, после всего, когда вышли, дозарядились, не отдохнули, укомплектовались и пошли выполнять свою задачу дальше. Потому что, ну, кто кроме нас ее выполнил? Донецкий аэропорт, Мариуполь, рейды, ну, глубокий туман. Юра еще был там, вот, чуть не говоришь, за Красный Лиман, Зеленополе. Красный где? Лиман, это там очень много. Такие горячие точки. Ну, Зеленополе, это когда мы зашли. Зеленополе вывозило туда. Когда мы зашли глубоко, ну, под границу, мы зашли в Зеленополе, трое суток пути было. Зашли в 5 утра, люди еще не успели ни окопаться, ни еще, и нас накрыли батальон полным, ну, интенсивно, плотно накрыли градом.
Тогда было очень много жертв, горела техника, ребята, многие погибли. Вот командир роты пришел, 8 часов вечера. Я говорю, 2 часа ночи выезжаем на аэропорт менять ребят. Все, кто-то там, морально настраивайтесь, там, пообщайтесь с домом. Там, у нас все ребята морально подготовлены, потому что если где-то что-то, друг друга поддерживаем. Работа психологов процветает тоже в этом. То есть, если где-то что-то куда-то не получается, есть сержанты, офицеры, они всегда придут на помощь солдату. Всегда. Командир он и должен быть. Командир он работает со всеми. То есть солдат солдата поддерживает, сержант солдата. То есть нет такого, что вот ты солдат, как хочешь, так и разгребайся. Без разницы, кто ты есть. Там все мы люди и все мы братцы. У нас своя семья, которая помогает друг другу. Без разницы, если ты находишься с нами, на задаче, не на задаче, тебе надо помощь, какая бы то ни была, моральная, физическая, все друг другу помогут. Есть бойове злагодження. А зараз поговоримо про сучасні навчання вже у мирному житті сьогодні в Миколаєві. В яких навчаннях берете участь останнім часом? Брали участь? В цьому році почали ми з Волині, на Волині. Вторі були в Одеській області, Болград. Ну і треті вже були от з резервістами, які приходили на 10-12 суток, ну, щоб вспомнити, де-то щось хтось забув, щось навчитися. И как итог, проходят учения, которые показывают, что реально люди за вот это время там вспомнили, научились. Ну и крайние были на Широком Лане в сентябре. Хотелось бы почути от вас привітання своим коллегам. Пожалуйста. Ну, от нас лично поздравляю всех с этим по-честным днем. Желаем всех успехов в военной службе, мира над головой, ну и семьям побольше их здоровья, чтобы было счастье в их доме. Дякую. Будь ласка. Я присоединяюсь к вышесказанному. Счастье, здоровье – это наш новый праздник. Он раньше праздновался в одну дату, сегодня уже в другую. Потому это наш профессиональный праздник всей украинской армии, независимо от рода войск. С праздником всех! Чтобы у всех были успехи, чтобы дети, семья не болели, чтобы им было больше здоровья, карьерного роста. Всего самого лучшего. Матерям здоровья, то, что дали ребят, родили, которые защищают нашу страну. Это наша земля. И благодаря этим ребятам появился наш праздник. Я вам дуже дякую за участь в нашей программе, в нашем телевизионном марафоне. На все доброе!